Ну что, ты котлеты вкинул? Нормально? Пойдем, что ли, стих зачитаем, Владимир Иванович? Нам подписчики стихотворение сочинили. Пойдем зачитаем. Где? Да вон в парке сядем да прочитаем. Денег дашь? Да найдем. А что, надо еще? Еще котлету надо съесть. Да съешь, у тебя там осталось. А? Пару соток я там где-то видел у тебя, Владимир Иванович. Сейчас стихотворение зачтем, друзья. Зачитаем. Прислали нам подписчики, они у нас здесь были летом. Пойдем. Сюда. Как работаем? Ну пойдем обойдем. Плитку кладут, ребята. Потом покажем, как готово будет. А ты зачитаешь, Владимир Иванович? Как положено? А? Так же нельзя, Сань. Да так можно иногда. Как же нельзя? Сейчас покажу, кто не видел. Погранцы. Морфлот. Ну и десант. Стеллы. Как праздники всегда здесь. Построение у них. Также вот шпиль для флага. И вот здесь построение я показывал уже. Кому интересно, заходите, смотрите. В соцсетях найдете. Сань. А? Надо бросать курить. С чего будем начинать? Сигареты не бери. Давай котлету съедим. Да сейчас съедим. Пойдем стихотворение зачитаем. Где? Ну где? Вот здесь на лавочке. Фонтан накрыли. Все. Теперь до весны. Листья пооблетели. Осень как надо. Вот здесь и зачитаем сейчас. Естественно, как можем. Присаживайся, дядь Володь, вот тут, наверное, прибомбимся. А? Присаживайся, Иван. В ногах, правда, нет. Дядь Вов. Давай, зачитаем. Садись. Присаживайся, дядь Вов. Сейчас, друзья. Сейчас сделаем. Садись, дядь Володь. Вот так. Вот. Наши друзья нам прислали. Спасибо. Сейчас озвучим.
Владимир Иванович, с выражением только. Чтоб все слышали. Во! Давай. Саня, Санечка, Санек, ты для нас как огонек, но одет нас, нас комета, он для нас как лучик света. Пролежу я молчу, будут деньги, я плачу. Светка, ты пропала зря, ролики с тобой как надо. Не стесняйся, нет, не надо. Как только спляшешь и споешь, так мужика себе найдешь. Гарнитуру ты красава, лишнего болтать не надо, а то приедут тут как тут, и яички оторвут. Ну, в общем, что сказать, ребят, здоровья вам и всех вам благ. Вот так вот. Спасибо, друзья. Еще один стих зачетный. Пускай будет на память. Нормалды, Владимир Иванович? Ага. Дай деем. Да как нет. Вау. Пойдем по парку пройдемся. Покажем парк наш, Владимир Иванович. Дядь Володь. Друзья, у нас парк образцового порядка. Все по красоте здесь. Сейчас покажем, как можем. Пойдем, Владимир Иванович, пройдемся. К вечному огню сходим. Покажем, что у нас тут есть. Семь чудес света. Вот так. Там вот детская площадка обновляется. Плитку кладу. И все остальное. Еще одна детская площадка в начале парка. С другой стороны. Пойдем, Иваныч, к вечному огню. Не забываем про телеграм, друзья, в телеге там ставим и побыстрее. Ролики грузятся. Ставим таких, каких здесь нет. Тоже такое бывает. Ну и все остальные соцсети. Все ссылочки здесь на главное. В описании, в шапке профиля. Залетайте по ссылкам, присоединяйтесь. Всем будем рады. И пишите, кто из какого города нас смотрит. Тоже всегда приятно почитать. Также личка открыта везде. Во всех соцсетях. Пишите, всем отвечу. Сам Василий Сидорович Киквидзе. В честь него назван наш район. А также наша футбольная команда, с которой я уже успел вас познакомить, друзья. Еще вот такой вот памятник. Также есть хоккейная коробка, мини-футбол. Хоккейная своя команда.
Вот раздевалки. И коробку также видно. Для скейтбордов там есть тоже, по-моему, трамплины или как они там называются. Здравствуйте. Что, пойдем, Владимир Иванович? А? Пойдем дальше. Туда на выход. Угу. Что, куда пойдем? Котлеты, наверное. Будь здоров. Вот он, наш парк. Станица Преображенская. Аллея героев. Все герои Советского Союза. Че, по котлете? Вот плиточку. Парни так доделывают. Одну сторону сделали. Ну, мы за котлеты. Всем добра, едем дальше.